Здравствуйте, с вами канал NameDB. Каждому из знаков зодиака так или иначе свойственны не только положительные качества. Некоторым вполне достаточно тихой и уютной жизни, но есть индивидуумы, которым для полного удовлетворения нужны постоянные драмы и истерики. Следующий рейтинг покажет, какие представители зодиакального круга вполне спокойные и адекватные, а на фоне кого главные герои мексиканских фильмов просто отдыхают. 12 место. Водолей. Таким людям вообще не свойственно устраивать скандалы и слишком все драматизировать. Их способ жизни заключается в легкости и отсутствии какой-либо ответственности. Если водолей и вздумает с кем-то поспорить, то это скорее будет выглядеть нелепо, нежели серьезно. 11 место. Весы. Если этот знак даже невольно обидит кого-то, то жутких угрызений совести ему не избежать. Даже в ущерб собственным интересам весы никогда не будут устраивать разборки. Им проще промолчать и сделать равнодушный вид. 10 место. Близнецы. Представители этого знака зодиака всегда остаются большими детьми. Их драмы похожи на выяснение отношений в детском садике. Надуть губы, перестать разговаривать, не отвечать на звонки – это максимум мести за свои обиды. Единственное, чем грешат близнецы – любовь к сплетням. Пообсуждать кого-либо – это самое любимое занятие. 9 место. Лев. По своей природе они вполне скандальны, но только по поводу одной причины – если это касается самого льва. Причем обидеть его и спровоцировать скандал можно даже небольшим замечанием о неправильно подобранной рубашке. Вот тогда вы услышите о себе все, что только можно. Драма обеспечена. 8 место. Телец. Занудная натура этого знака частенько дает о себе знать. Поэтому знакомые и домочадцы лишний раз стараются не выводить его из себя. Деньги для тельца – это первая причина для скандала. Он способен устроить истерику мирового масштаба, если кто-то посягнет на его сбережения. 7 место. Стрелец. От этого знака можно откровенно устать. Способность стрельца вмешиваться во все, что его не касается, и при этом плести хоть и мелкие, но довольно-таки неприятные интриги, которые способны изрядно навредить окружающим, выведут из себя любого. А драматизировать они ой как любят. 6 место. Овен. Если кто-то решит указать представителю этого знака, как ему жить и дать советы, в которых он не нуждается, то рискует нарваться на шквал безудержной ругани. Драматизируют овны в основном, когда это касается их личной жизни. Они не позволяют обижать своих родных и, естественно, себя любимого. 5 место. Скорпион. Со всеми людьми Скорпион общается совершенно одинаково, будь то родные или малознакомые люди. Ему абсолютно все равно, кому вправлять мозги. Если Скорпион посчитает нужным устроить скандал, то причина найдется очень быстро. Без драмы этот знак просто не может чувствовать себя полноценным. 4 место. Рыбы. Драма – это их стихия, но перед тем, как устроить очередной скандал или сплести подлую интригу, эти прирожденные манипуляторы обязательно отведут от себя все подозрения. Рыбы обожают наблюдать за результатами своих стараний, тихонечко стоя в сторонке. 3 место. Рак. Люди этого знака очень умело прикидываются безобидными. Правда, если присмотреться, то зачинщиками всех скандалов являются именно раки. Вот только доводить до конца начатое они не имеют никакого желания и силы духа. В разгар разборок раки обычно удаляются и втайне от всех ликуют. 2 место. Дева. Совершенно не напрасно девы почивают на серебряных лаврах. Если кто и умеет достать даже самого спокойного человека, так это дева.
Интриги, сплетни и расследования – неотъемлемая часть ее жизни. Любая мелочь, которая по сути не имеет к ней никакого отношения, может стать причиной длительных и громких выяснений отношений. Первое место. Козерог. Жесткость козерогов не имеет предела. Он настоящий деспот в семье и начальник с крайне завышенной самооценкой на работе. Драмы вокруг него не то чтобы возникают часто, они не заканчиваются никогда. Если вам повезло стать оппонентом козерога, то ждите. В ход пойдут самые грязные методы, после которых еще не скоро удастся отмыться. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на IMDb. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!